Представители Генпрокуратуры России квалифицируют взрыв в метро как теракт. Национальный антитеррористический комитет уточняет, погибли 9 человек. В петербургские клиники направлены 22 пострадавших. Я напомню, взрыв в вагоне метрополитена произошел в 14:30 по местному времени. Случилось это в туннеле между станциями Синая площадь и Технологический институт во время движения поезда. Закрыты все станции метро, усилены меры безопасности в аэропорту Пулково. Президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии произошедшего. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло. Это цитата российского лидера.